Эй, йоу всем, с вами Лирис, сегодня я решил сыграть Speed Builders на моем плексе. Вспомнить молодость, так сказать. Я добавил маускам, может кому-то интересно узнать, как я играю? Никому не интересно. Ну кто знает, может... Никому не интересно. Ну ладно, но я все равно добавлю. Ну что, начинаем? Oh, shit, here we go again. Ну чё? Speed Builders! Ой, давно я в него не играл. Сейчас нужно вспомнить, как в него играть. Синий, красный, желтый, зеленый, желтый. Синий, красный, зеленый, желтый. Ух. А, фак, не то начал строить. Ладно. Фух, 18 секунд, да, надеюсь, нормально для меня, потому что я Петя, давно не играл в эту штуку. Мамакласс, Stacking Games. И, короче, зачем я ники перечисляю, я просто не знаю, что комментировать. О май гад. Привет, сосед. Пока, сосед. Ебой, да ну, нормально. Это такое странное чувство, когда я сам не знаю, что я строю, но каким-то образом мои руки строят. Вот это магия. Руки. Ну или не руки, кто знает. Eat this to speed fire. Окей, чтобы плеваться огнем. Оу, бой. Сейчас съедим и будем плеваться огнем. Такой... Ну почти попал, почти. А, о, не там. Все готово. Блин, я чувствую себя каким-то профессионалом. О май гад, professional gaming. Блин, у меня... Фак. У меня стоит все еще зимний скин. Попробуем построить на Razer. Я не знаю, как получится, но ладно, посмотрим. Хотя, блин, ладно, неважно. Блин, как же, какая же скользкая мышка. Скользкий ты тип. Пингвин из Мадагаскара. Ху-ху-ху. Ладно. Нет. Фак. What? What the fuck? Неправильно построил. А я забываю уже, как строить, ну да. Вот скажи, я Петя, вот скажи, скажи, ну ты скажи. Ну ладно, не хочешь, как хочешь. Превращаемся в Гвардина. Все, я теперь Гвардин. Я Титан. Великие Титаны. Легенда гласит Титаны. Пети. You serious? Ладно, я не знаю, я хотел что-то крутое придумать, что-то не думается как-то. Вы понимаете, это 25 мая, уроки заканчиваются, типа думать неохота. Кто будет думать-то в такие дни? А, так, стопэ. Стоп! Стоп. What the? я нуб, да. Я построил. Так как так-то? Фрости, о, блин, это же постройка, на которую... А, 2,7! Эту постройку можно построить за одну секунду. So bright, очень ярко. А, слепит глаза. А, мои глаза. А, еще все. Ладно, все, не будем орать. По коврику дракликать, вы понимаете. Чувствую, когда на коврике получается лучше дракликать, чем на мышке. Я не могу по никам сказать, кто тут профессионал. Сбилась такая игра, тут ни по скину, ни по нику не угадаешь, какой профессионал. Потому что любой Петька может быть профессионалом, а любой профессионал может быть Петькой. Парадокс-то. Окей, well. Да. Так как тут это ставить? Я не знаю как это строить, но я...
Да ну, как это строить, там блоки не ставятся. Но зато я построил больше всех. Ну вот это, конечно, хардкор. Блин, а это реально крутая идея, например, сделать постройки или спидбилдерс, где блоки пропадают, ну, типа, определенные блоки нельзя ставить просто так на друг друга. Просто строить это да, а вот если строить тем, что ты должен ставить другие блоки и взаимодействовать с блоками. Ладно, ты совсем уже замечтался, такое точно не будет. В Майнкрафте такое никто не будет делать. Так что давайте в CSGO, в Fortnite. Да, в Fortnite Speedbuilders. Почему никто не сделал еще в Fortnite Speedbuilders? Да, это идея. Да. Можно, по идее, устроить Speedbuilders на этом Fortnite. Если вы хотите увидеть такое видео, то есть еще вот. Справа сверху голосование. Наверное. Что я могу и не сделать голосование, потому что Лирис Петя. И все это, да. Все, что я говорю, может быть на самом деле неправдой. А, и как... А, я понял. Это делать. Душа против гравия. Душа против гравия. Отличная битва. Ой, что у меня с мышкой только что было? Готово, готово, готово. Wooden throne. Так, деревянный трон. У меня тут была крутая тактика, только его вообще вспомнить, но я не вспомню, блин, ладно. Не судьба, так, не судьба. Не тот слот. Залагало. А, построил, найс. Я вам чуть, я вспомнил тактику, но пока я вспоминал, время прошло, и я не успел быстро построить. А, блин, я только хотел музыку громче сделать, ну подстава, подстава. Подстава, подстав. Опа! Опять профессионалов не видно, ну ладно, это суть видео все равно не в том, чтобы играть против профессионалов. Хотя так было бы интереснее, я думаю. Сейчас собрались, как истинный спидбилдер. Готово. Да. Это был марсианский инглиш. Марсианский инглиш, да, это был марсианский инглиш. Опа! Как тебе такое, Guardian Mask? Не, это похоже больше на какую-то, не знаю, на какую-то фигню похоже. Ну а теперь вопросы. Ренат спрашивает, почему ты так долго не выпускаешь видео? Да, просто у меня учеба, уроки. Да ленивый он просто. Касперский спрашивает, как там в Антарктиде? Ну, холодно. Айдос спрашивает, сколько тебе лет? Сложный вопрос. Мне сейчас 15. Но когда я выпущу видео, мне уже будет 16. Так что я не знаю. Ну все, не забывайте задавать вопросы в комментариях, ведь вы можете попасть в следующий ролик. На этом мое видео подходит к концу. А монтировал и снимал для вас это видео Лирис. Желаю вам удачи и хороших каникул. До следующих встреч. Пока!